себя чувствуете на таком мероприятии 15 лет клубу? Как они прилетели? Наверное, как один день. Ну, это всегда волнующий юбилей. Мы воспринимаем эту дату в хорошем настроении после победы над Шерифом. Я желаю футбольному клубу удачи, дальнейших успехов, президенту клуба здоровья и благополучия, а болельщикам и всем тем, кто поддерживает дачу, оптимизма. Как сегодня будете отмечать праздник? Как все нормальные люди. Немножко выпьем, немножко пообщаемся и будем радоваться за наш клуб. Вот 15 лет. Маленький или большой юбилей? Ну, 15 лет – это сравнительно маленький срок. Но независимо от этого, мы за эти 15 лет добились многого. И я считаю, что все наши победы, наши успехи впереди –